Фарш по-флотски – это любимое блюдо многих, и не только мореяков. Его приготовление не является сложным, а значит, каждый сможет сделать это блюдо дома. Если вы не знаете, что приготовить к любимому гарниру, то предлагаю вашему вниманию фарш по-флотски. Это простое блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Минимум сложностей, простенькие ингредиенты, но вкус – ого-го. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Рецепт приготовления фарша по-флотски начинается с подготовки мяса. Для начала его необходимо вымыть и положить в глубокую кастрюлю, залив холодной водой, поставить на огонь и варить около 2 часов, пока мясо не станет мягким. Время зависит от размера кусочка. При варке добавить соль и любимые приправы, при желании. 2. Готовое мясо достать и слегка охладить. Его необходимо пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, кухонной машине. 3. Луковицу очистить и нарезать небольшими кубиками. На сковороде растопить немного сливочного масла и поджарить лук до золотистого цвета. 4. На сковороду к луку отправить фарш, посолить и поперчить по вкусу. Фарш может быть немного суховат, тогда можно добавить немного бульона, в котором варилось мясо, или томатного соуса. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Фарш по-флотски в домашних условиях готов. К нему можно приготовить любой гарнир, но традиционный и всеми любимый, конечно же, макароны. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Говядина, 500-600 грамм. Луковица, 2 штуки. Сливочное масло, 20 грамм. Соль, 1 щепотка. Перец, 1 щепотка. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.